Соревнования и сразу на тренировку. Мария Никитина стала серебряной призеркой Всероссийских игр боевых искусств. В них приняли участие около 600 юных спортсменов. Мария Никитина провела два боя, но самой тяжелой, считает девушка, была подготовка к самим соревнованиям. Я чуть-чуть ушла из своей весовой за лето, и к новому сезону пришлось немножко согнать. Там диету держала. На выступлениях воспитанницы тренер Дмитрий Малышев, несомненно, волнуется. Несмотря на то, что Мария заняла второе место и уступила сопернице из Краснодара, он считает ее чемпионкой. Она нанесла удар ногой в голову, а судьи в это время сделали такой вид, что никто ничего не видел. Вот и все. Ну, а в концовке бой, в принципе, был, на мой взгляд, ровный. А в конце боя судьи вроде бы как бы отдали предпочтение местной, как говорится. Девчонка выиграла местную. Уверенности в себе не хватило, может быть. А силы было достаточно. Впереди у димитровградской каратистки подготовка к первенству области и России, которые пройдут в ноябре. Марина Антуганова, Константин Белов. «Наше время».